День рождения «Единой России» отмечают традиционно под песни и поздравительные речи. Однако многие из присутствующих этот праздник запомнят не музыкальными номерами, но обо всем по порядку. Первым слово взял главный саратовский единорос Валерий Радаев. Свое выступление он начал с цитат из послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Повышение энергоэффективности, широкого привлечения частных инвестиций, борьбы государства с ростом цен и безработицей. Безусловно, все эти и другие ключевые направления станут для органов исполнительной и законодательной власти нашей области предметом пристального обсуждения и выработки конкретных мер решения на региональном уровне. Благоустройство города, открытие новых физкультурно-оздоровительных комплексов, реализация национальных проектов – и это лишь малая часть реальных дел, уже осуществленных в регионе. В рядах «Единой России» сегодня более 2 миллионов человек, в Саратовской области – более 40 тысяч. Хочется сказать слова благодарности тем, кто ни на минуту не усомнился, тем, кто верил в то, что именно с этой партией ему по пути. Самое интересное произошло спустя почти час на сцене глава города. Поздравления с цитатой из классиков отечественного рока. В таком же духе и шуточные презенты от Олега Грищенко. Недавно нам сказали, что мы забронзовели. Вы знаете, я думаю, лучше быть бронзовым, чем плюшевым. Лучше быть сильным и быть готовым к политической борьбе и не прогибаться под этот изменчивый мир. А что касается политической конкуренции, то мы всегда готовы. У нас еще есть секретное оружие. Чеснок – это не только очень полезно, но еще очень хорошо отпугивает коммунистов. Но, вы знаете, вот не тех старых и добрых, которые кровь за Родину проливали, а вот этих сегодняшних, алчных и продажных. Это осиновый кол для эсеров, недобитых у нас здесь оставшихся. А это серебряные пули для Жириновского. Осиновый кол, чеснок и серебряные пули с подробными инструкциями. Таких подарков сегодня больше не было. Самых лучших, вставших под знамена «Единой России», наградили просто почетными грамотами и цветами. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.